сожалению, вечных поклонников оригинальной музыки YouTube, вы мнение ни мое, ни Макса не услышите. Проблемка-то в чем заключается? Интернет-особи очень скучают, когда музло мы используем не фирменное. Да хер с вами, господа. Поверьте, дернуть музло это несложно. Сложнее снять. Вах, красивый автомобиль, да и снять его в городе. А когда-то было такое. Я чуть подожду того момента, когда перец проплатит и продамся с потрохами. А пока автомобиль, выпущенный небольшой серией в 90 тысяч экземпляров. Теперь будет грустно. Машина сейчас в Штатах стоит 7 периков долларов с небольшим. Машина в России с двигателем 5,7. И это не корвет. От корвета здесь только задний мост. Стоит почти лям, даже больше. Объясню, откуда такая цена. 5,7 имеет мощность от 180 до 260 лошадок. И если это 180, то вот вам факт, как не попасть с таким двиглом на транспортный налог. Это, конечно, кошмар. Но если вы хотите ездить на машине с дизельным подхватом 412 или 450 ньютонов на метр, то, господа, только америкосы. Это как нельзя, кстати, понимаешь, после того, как пендаль Губер в глухой провинции вкрутил московский транспортный налог. Ну это ж понятно, надо с Рактору чемпионом попробовать стать. А какая прелесть самый крупный сайз-то? На 10 мм он длиннее любимейшего таункара. А продали-то его за какой-то смех в 300 тысяч рубликов. Мне, конечно, после этого стало грустно не по-детски. Но хоть попробовал я в жизни тему. Об том, что внутри, скажем, там и обо все есть. Я, конечно, понимаю растаможку перфектного правительства, но как из 7 тысяч долларов высосать еще полтора мульта в рублях? По-недетски непонятно. А так, дружи наши, только мой канал.